квартира состоит из двух изолированных комнат. Это входная дверь в квартиру. При входе у нас находится шкаф-купе, обувные полочки. Есть пылесос, гладильная доска, утюг также имеется. В одной комнате двуспальный диван. Такая небольшая полка, как ширма. Большая двуспальная кровать. Телевизор. Из комнаты выход на лоджию. На лоджии есть кондиционер со сушилкой для белья. Еще один диванчик одноместный, раскладной. Холодильник. Квартира на первом этаже. Кухонная зона. Есть тостер, микроволновая печь, духовка, вся необходимая посуда, столовые приборы, все есть. Санузел раздельный. Предоставляются чистые полотенца. Бойлер. И вторая комната. В комнате двуспальная кровать. Также есть телевизор небольшой. Шкаф. Автомобиль можно оставлять вот прям под окнами, то есть прямо на проезжей части будет его видно. До 5-6 человек максимум размещаются в квартире.